Всем, ребят, здорово, здорово. Всем спасибо за поздравления. Что готовите? Сладкая булочка. Да блин, всего по чуть-чуть. Картошку, рыбу, салатик сейчас забабахаем. Народу сразу говорю, много, наверное, не будет, но я хер знаю вообще, кто придет. Вообще никого не Потому будет, да. что понедельник. Все работают. Сколько лет, братуха? 38. Салага еще. Я салага, бритый гусь, я торжественно клянусь. У тебя сегодня днюха или заранее? Сегодня, сегодня. Дмитрий, привет тебе тоже. Заранее-то не отмечаю же. Сейчас шампанского оформим, славно встретим Новый год. 18 числа, как дал до 31-го. Первый Здорово, день Слава, с работы. днюхой по-братски, силы и процветания тебе, братуха. Миха, спасибо. У вас будет новогодний корпоратив? Будет. Наверное. Что готовить собираетесь? Да А ничего мы так основного картошку, нет. рыбу да салатик. Вот так еще нарезочки есть там всякие. Дементий, нет, я на этой неделе не ездил никуда. А у нас погода беда. По таким Да. дорогам лучше вообще не соваться никуда У нахер. меня знакомый съездил на разгрузку, блядь, стоять, чтобы его вытащили оттуда. Давай водочку. Да не. Доберемся до нее, чего ты переживаешь, братан? Рановато. Если водку начинать прямо сейчас пить, это жестко. Тогда это. Если кто придет, все останутся голодными. Мне будет похер уже на Сами себе будут приготовление. готовить. Да. Картоху лихо чистишь. В армии в наряды часто ходил. Ну да, бывало. Привычка сейчас осталась. Сколько лет исполнилось? 38. 38 лет. А в душе, честно, до сих пор себя каким-то чувствую. Ну, это фил атаки. Да? Я шлифозащитник этой костя. Когда ситуация напряжена, он только его берет, а остальные бросятся. Диман, как ты это понял, а? Диману. Диману. Гашка защитник это Костян. Да никто не гасится, сейчас приедут. Кобзончик по делам уехал, сейчас Да приедет, нет, блин. сегодня, да, сегодня понедельник, все на Тем более работе. пусть работают все. Кобзон тоже после работы, ему еще и по делам надо съездить. Возьмите камеру и поснимайте контент. Да дело-то даже не в Сейчас этом. они Я и побежали, да. снимаю, и работаю. А что такого-то? Ну, не на заводе я работаю. Ну, работаю в такси. В такси это что, не работа, что ли? Я не пойму. Водочка в запасе есть, родненькая? Динамо есть, есть, все зачетено. Водочки в запасе есть. Холодненькая. Ну, пока еще вряд ли, но есть. Прохлаждается, прохлаждается, так сказать. Нет, не будет елы-палы-то. Елы-палы дом сидит. Соседа зовите. Ну, мы позвали, подойдет тоже попозже. Может быть. Как там Андрюха. Не вижу. Я видел прошлой неделе только. Собачки гулял, как дама с собачками. С таксой. С минуты на минуту, значит, сосед придет. Конечно, как ты догадался? Знаешь, теряешь, что ли? Спасибо. Старичок. А? Сосед Всем пришел. привет. Сосед пришел. Сверху. Сосед Ах, есть. сосед. Менеджер Димон, Гашка, с днем рождения тебя тоже, ну. Менеджер Дима, спасибо. Давай, накрывай. Во. Вот, все. Этот заменитель А, пива ух мне ты, принесли. молодец. Вот, надо, вот. Вот мне что привезли на закуску-то. Все, я... теперь переходим на это. Погнали на. Роман Романов, я не... А что мне про Серова думать? Он для меня как друг был, так и остался. Что я про него могу? Я про него не могу сказать. Сади жену на стул и бухайте, пусть не стеснится. Дмитрий Романов, спасибо за донат, но ну, сейчас она поможет чуть приготовить, сейчас ведьма еще подойдет. Мне про него ничего плохого не могу я сказать. Он мне ничего плохого не сделал, я ему тоже плохого ничего не сделал. Походу пришла ведьма. Да? Ведьма? Я же говорю, ну. А вот если честно, я думал, мы просто в днюху втроем сидим. Кстати, Ну, первый честно, раз вообще чай. никого не звал. А, ну звал только вот Костяна. И одного человека, который не смог приехать. Еще раз привет. Здорово. А, покажи, что ты там сделал. Ну, я, то у меня жена ревнивая. А что нам зачем нужно было?
в рыбу уже не актуально. Ты что там, в***ь, что ли, что? Вон, а я думала, это лимонад. А, это вот эти? Да ладно, ну-ка так. Я думал, это лимонад. А он уже, это, бодяжный, да? Нормально. Дай, говорит, попить, на, я мне же за руль. Ты думаешь, этот парфюмер с флаконом? Это Костяну на переднем плане. Это Костяну на переднем плане. Спасибо, братан. Дмитрий Романов, спасибо тебе, брату. Десятку. А Костян на переднем плане, но... А что, прям дальше пойдёшь? Да нет, как-то угодно. Именинник, обебёздан, бил слова. А давай вот это сейчас выгоним отсюда. Вот это. За Новый год, что ли, хотите мне сразу? Так я знаю, что это до Нового года будет. Почему до Нового года? До 10-го числа. Мы теперь знаем. Мне можно похмелиться, да? Первым утром просыпаешься, вешаешь красные ценники. Всем привет, дорогие друзья. А нет, он с этими коробками будет бегать, кто на сколько купил.